Я Скибиди Туалет Джимэн. Успейте поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды, иначе я вас уничтожу. Ха-ха-ха-ха. 1, 2, 3. Ну что же, друзьяшки, я вас приветствую. С вами я, Жабка, и мой подписчик Городосик. Всем привет. Ну и сегодня у нас битва эволюций. Эволюция Камерамена против эволюции Спикермена. И это все в игрушке под названием Гаррис Мод. В этом видеоролике у нас будет целых 3 испытания. Это проверочка на скорость, проверочка на прыжки, ну и еще кое-какое секретное испытание. Поэтому этот видеоролик получится очень-очень эпичным. Ну и, конечно же, досматривайте его до конца. Ну и давайте я вам покажу всех мутантов. Вот такой вот самый стандартный Камерамен. Он, конечно же, будет сражаться против Спикермена. Вот такого вот красавчика. Ну и вы, наверное, задаетесь вопросом, будут ли разные испытания у этих мутантов? Я вам отвечу, то что нет. Все испытания будут одинаковые для каждого мутанта. Они просто-напросто будут сражаться друг против друга. Следующий Камерамен, это у нас большая камера. Вот такой вот какой-то непонятный Камерамен. В смысле непонятно? Всем вообще-то все понятно. Ну вообще, по-моему, большая камера не должна быть вот с такими вот пушками. Это, по-моему, какой-то апгрейд. Если вы знаете, почему он с пушками, то напишите обязательно в комменты. Ну и он будет состязаться против вот такой вот большой колоночки. Что-то размер не в пользу колоночки. Ну как говорится, маленький да удаленький. Ну и вот они, наши титаны. Большой Камерамен-титан попытается уничтожить и, конечно же, выиграть в испытаниях Спикермена-титана. Если что, у нас установлен кое-какой мод. И эти персонажи могут быть враждебными. Поэтому не переживайте. Ну а перед началом битвы эволюций, вот эти вот друзьяшки сегодня попадают в видеоролик. Если вы тоже хотите попасть, то напишите самый топовый коммент. Ну что, друзьяшки, вот наше первое испытание и начинается. Мой подписчик сегодня будет играть за Камераменов, а я за Спикерменов. Ну и это, конечно же, гоночки. Ну или же проверочка на скорость. Да мой Камерамен тебе уделает, ты даже не поймешь, как я добежал. Подожди, а ты что, не знал то, что спикермены вообще-то самые быстрые? Свет быстрее звука. Ну давай тогда это выясним. 1, 2, ну и полетели, друзьяшки! И походу спикермен и вправду какой-то быстренький. Может тебе податься немножко? Но нет. А подожди, а куда ты побежал? Я же забыл тебе, кстати, сказать то, что финиш у нас тут. Раз ты не сказал, где финиш, значит его вообще нет. Ну, кстати, да, насчет этого ты прав. Это моя ошибка. Ну вот поэтому в гоночках я и выигрываю. Вот видите, друзьяшки, что значит немного ошибиться. Ладно, подадимся немного моему подписчику. Ну а мы приступаем к следующему испытанию. Ну и вот оно, наше следующее испытание. Ты знаешь, как оно называется? Нет. В смысле нет? Я же тебе говорил. Забыл, я же рыбка. Ну ладно, ничего страшного. Я тебе напомню. Это, конечно же, кто сможет забраться по ступенькам лестницы. Ну или же проверочка на нашу прыгучесть. И кстати, ты не расслабляйся, потому что в этом испытании я тебе больше поддаваться не буду. Ну и наша задача добраться до максимально возможной ступеньки. Ты понял? Посмотрим, кто тут еще выиграет. 1, 2, ну и, дружище, полетели! Кто же доберется до последней возможной ступеньки? О, слушай, а мы, кстати, одинаково с тобой прыгаем. А я вот буду дальше. Это я буду дальше, потому что я спикермен! Да ты вообще там молчи, сиди, я буду намного выше. Ну-ну, посмотрим, тебя лестница вон скинула даже! Я считаю, что это нечестно. Да ладно, уже признай свое поражение. Я уже на первой красной. Отлично, неужели нет? Я падаю, блин. О, самое главное то, что не за лестницу упал. Давай, давай, ты до черной допрыгнул. Да я попытаюсь. Попытаюсь добраться до черной ступеньки. И кстати, это неожиданно, то что этот малыш вообще такой прыгучий.
Ну и мы, конечно же, добираемся до нашей черной ступеньки. Ну в этом испытании, значит, тебе повезло. Ну конечно, мне повезло. Я же играю за спикермена. Ну и наш счет становится 1-1. О, это что, битва, что ли? Ну как видишь, да, это битва. А что, боишься проиграть, что ли? Да боюсь за тебя, вдруг ты проиграешь. Да не, тебе кажется. 1, 2. Ну и наша битва, друзьяшки, начинается. О, подожди, мой спикермен сделал какую-то суперспособность и... Блин. Ну вот видишь, камерамены намного сильнее. Вот это тебе повезло сегодня. И походу эти способности, кстати, были от камерамена. Ну все, в этой стадии, значит, камерамены выиграли. Пойдем дальше. Очень печально то, что камерамены сегодня выигрывают. Ты же знаешь, почему камерамен выиграл? Это все потому, что я сильнее, чем ты. В смысле сильнее? Это вообще-то потому, что я тебе подался в гоночках. Не-не-не, сейчас увидишь вообще, насколько я быстрее, чем вот это. 1, 2. Ну и, друзьяшки, поползли. И походу, да. Вау. Какая же большая... Ой, какая большая... Да, какая большая камера, все же быстрая. По сравнению с этим спикерменом. И я забыл сказать то, что, кстати, это уже вторая стадия. И вот видишь, значит, ты мне не поддавался, и камерамена сильнее. Походу, сегодня так и будет. Но ничего, сейчас у нас будет, конечно же, следующее испытание. Ну что, ты готов? Конечно, готов. И это вновь ступеньки лестницы. 1, 2. Ну и мы, друзьяшки, полетели. Нужно хотя бы выбить счет 1-1. А то вы сами понимаете, что иначе будет. Я застрял. Ты застрял? Ну давай, давай, выбирайся, ты сможешь. Посмотри, насколько сильно он залагал. Да я вижу, вижу, ладно, давай я тебе помогу, выбирайся. И можешь потихонечку меня догонять. Ну что, у тебя там получается или как? Не везет мне с лестницами. Не везет, говоришь? А мне прямо сегодня везет! Опять на том же месте, кстати, упал. Ну, значит, и тебе не везет. Ну, походу, да. Ну и еще одна попыточка, друзьяшки. Давай, давай, давай. О, долетел до второй красной. Прикол. А я только на первую красную прыгаю. И что, не получается? Ну, нет. А я вот попытаюсь на черную забраться, и, друзьяшки, нет. У меня это не получается. Ну, получается, в этом испытании ты выигрываешь. Вот не знаю, почему сегодня я выигрываю. Я знаю то, что вот эта вот большая камера вообще очень прыгучая. И ты добрался до меня. Ну ладно, ладно, забирай свой заслуженный балл. Ну и давай приступим к следующему испытанию. Ну и, конечно же, последнее испытание. И мне кажется то, что спикермен тоже, к сожалению, проиграет. Потому что он довольно-таки слабый. 1, 2... Ну и наше испытание начинается. Так, а куда вы расходитесь-то? Не понял. Мутанты, давайте, сражайтесь. Во, началась битва, наконец-таки. Ну и кто же из них выиграет? Так, давай, давай, давай. Бедный спикермен. Ну почему? Скажи мне, почему? Ну вот видишь, камерамены намного сильнее. Да ты мне это еще в самом начале говорил. Но не забывай то, что у нас еще титаны есть. Я тебе это вначале говорил, и как видишь, не ошибся. Вот на самом деле, друзьяшки, я буду очень сильно удивлен, если титан-спикермен за всех отомстит. Потому что, ну что это такое? Почему камерамены постоянно побеждают? Да-да, мечтай больше. Ну а тебя другого я и не ожидал услышать. Ну и первое испытание это, ну как всегда, гоночки. Наша задача добраться до вот такого вот лазермена. О, у нас расстояние больше. Ну да, я специально для титанов сделал так, чтобы расстояние было больше. 1, 2. Ну и, друзьяшки, мы поползли. Кстати, от тебя был фальшстарт. И ты зачем-то, кстати, прыгнул. А ты знал то, что это не считается? Не-не-не-не-не, все считалось. А мне кажется, не считалось. Я же тебе сказал то, что нужно добраться до лазермена. Да не-не-не, что ты говоришь? Я добрался и пошел дальше.
Ну я даже не знаю, пусть мои подписчики напишут в комменты, кто же сегодня в этом испытании выиграл. Но в этом испытании будет довольно-таки сложно, потому что мы слишком высоко прыгаем. Ну и наша задача добраться до черной ступеньки. Кто это первый сделает, тот и выиграл. 1, 2, ну и, друзьяшки, мы с вами полетели. И ты, по-моему, кстати, намного выше прыгаешь. Вот ты читерюга, конечно. И мы с вами, давай, приземляемся, фух. Долетели до черной ступеньки. Я в воздухе застрял, спаси меня, пожалуйста. Да как я тебя спасу? Пинком только если. Ну и получается, в этом испытании Спикермен побеждает. Ну и вот настало, конечно же, время для нашей битвы. Я на самом деле очень сильно надеюсь на Спикермена. Спикермен! Спикермен! Давай! Так скажем, поднимаем боевой дух. Да опять вас разделаем, что тут надеяться на что-то. 1, 2, ну и наша битва начинается. Давай, Спикермен, ты сможешь! Очень эпичная битва. Мы за ней наблюдаем. Камерамен какой-то сильный. Не-не-не, Спикермен, уходи тогда. Ай-яй-яй, больно, Спикермен, ну выживай. Нет, бедный Спикермен. Титан. Я ж сказал. Ну и что это получается? В сегодняшнем выпуске побеждают камерамены? Ну, в лестницах побеждают все Спикермены. А в остальных испытаниях камерамены. Но вот в гоночке между титанов мне все же кажется то, что Спикермен победил, потому что ты считерил, да и не дотронулся до Лазермена. Давай подписчики в комментариях напишут, кто выиграл. Я с тобой, кстати, согласен. Подписчики, пишите в комменты, кто же, по вашему мнению, сегодня выиграл. Но я, конечно же, надеюсь, то, что вам понравился данный выпуск. Вы, конечно же, поставили лайк, подписались на канал... Ну и написали самый топовый коммент. Ну а с вами был я, Жабка, и мой подписчик Городосик. Всем удачи! Ну и, конечно же, пока-пока!